В Кыргызстане выявили еще 113 случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усинбаев. По его словам, в Бишкеке выявили 42 новых случая, в Аше – 3, в Чуйской области – 8, Ошской – 12, Таласка – 1, Нарынской – 3, Иссык-Кульской – 16, Джалабадской – 7 и Баткенской области выявили 21 новых случаев. Таким образом, всего в стране зарегистрировали 43 358 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Вместе с тем за сутки от коронавируса скончался один человек.